Всем привет, это Matt Lucas Channel. Вы смотрите 10-ю серию прохождения игрушки Cosmic Express. В прошлой серии мы вот Персея прошли вот до 8-го уровня. Дальше мне что-то проходить сегодня лениво. Давайте попроще что-нибудь поиграем. Вот Велода пройдем, потом заглянем в созвездие Дельфина, посмотрим, что там находится. Так, Вела, 7-й уровень. Что здесь у нас? Так, у нас здесь два посадочных места. И здесь у нас аж 8 огурцов фиолетовых. Их нужно рассадить как-нибудь. Так, ну давайте, как обычно, что-нибудь попробуем. Если мы возьмем этих двоих, так, давайте одного посадим. Так, здесь просто как бы вот эти два ящика нужно явно проехать мимо, чтобы посадить двоих, и потом мимо этих двух проехать, посадить двоих. И чтобы это сделать, надо сначала в угловые ящики всех рассадить. Так что давайте одного посадим. Потом давайте здесь еще одного возьмем, одного посадим. Потом еще одного доберем, проедем мимо. Вот, и тогда у нас здесь все рассядутся, разъедутся. Хорошо, теперь мы берем здесь двоих. Одного сюда посадим. Так, позвольте, если я так проеду, то здесь обратно не смогу выехать. Здесь надо как-то по-другому сделать. Так, как же здесь делать-то? Так. А можно здесь, знаете, какую еще сделать штуку? А можно вот так вот проехать, тогда двое у нас в эти коробки рассядутся. Потом мы кого-нибудь одного берем в эту коробку, его сажаем. Потом еще одного берем. Еще одного берем, едем, его сажаем в эту коробку. Потом подбираем этих двух. Так, их посадим в эти коробки, и как-то обратно мы не сможем проехать. Так, хорошо, как же нам... А, мы когда сюда приедем, у нас только один будет на борту. Давайте еще одного доберем, одного посадим. Еще одного доберем, их двоих посадим, и потом, наконец, выйдем отсюда. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, один есть. Еще одного добираем, одного сажаем. Еще одного добираем, двоих сажаем. Потом добираем, одного сажаем, еще одного берем. И еще одного. Одного посадили, добрали. И здесь двух посадили. И, короче, все. А уровень пройден. Да. Несложно получилось. 8-й уровень, последний. Так, это что такое? Это такая маленькая черная дыра, что ли? Какая-то она слишком маленькая. Так, интересно, можно? Нет, здесь нельзя. Рельсы поверх канализационных люков строить нельзя. Так, и, по-моему, что-то подобное я уже видел. Там тоже было 5 этих чуваков, которых нужно рассадить. Давайте ту же самую стратегию возьмем. Возьмем второго. А, так, у меня два места, кстати, свободных. Можно сразу их двоих взять. Давайте их вдвоем возьмем и засунем их куда-нибудь. Куда их засунем? Давайте одного только засунем. Потом доберем... Так, позвольте. Нет, мне вот так вот нужно одного посадить в эту коробку, потому что здесь вот мимо мне нужно точно проехать, чтобы еще досадить. Так, потом мы возьмем еще одного и посадим их двоих в эти коробки. Отлично. После этого, нам нужно двоих забрать, чтобы посадить их в эти коробки. Так, и здесь, короче, что-то не сходится. Так, проблема. Проблема-дилемма. Так, а что, если я сам в начале возьму только одного? Вот возьму только одного, и его одного посажу в коробку. Потом, я попытаюсь взять еще каких-то двоих. Если я возьму этих двоих, рассажу их в эти коробки, то потом этих двоих я все равно не смогу взять. Так, как же мне взять-то их? Что-то сложно. Так, еще один подход к решению. Это попробовать вот здесь вот проехать, взять каких-нибудь вот этих двух. Так, или нет.
Нет, так это не будет работать, потому что я потом этих двух никак не заберу. Так. Чё так сложно-то? Так. Что если я возьму этих двух, их куда-нибудь посажу, потом что я могу с этим сделать? Чуваком, я его, по идее, никак не могу забрать. Так. Так. Ладно, что-то сложный уровень. Так, насколько он не решает. Давайте еще раз первоначальную идею. Мы берем этих двоих. Одного сюда складываем. Мы положили одного. После этого что мы делаем? А, давайте вот двоих вот сюда посадим, в эти две коробки. В дальние. Вот. Здесь тоже довольно интересный вариант, если мы пройдем с этой стороны. Двоих мы посадили туда. Первым остались эти три коробки. Как мы можем здесь все организовать? Нам нужно... Нам нужно троих взять и как-то их рассадить. Просто если мы их возьмем и попытаемся рассадить, то потом здесь мы обратно не проедем. Вот такая проблема. Можно тогда попробовать так вот сделать, что здесь вот мы никого не берем, просто проезжаем. Потом здесь вот по дороге... Так, по дороге... Не, здесь по дороге нам никого не надо брать. Так, вот здесь вот давайте двоих заберем, двоих рассадим по коробкам, вот. После этого еще двоих заберем, их рассадим тоже по коробкам, но тогда еще одного мы не сможем посадить. Просто так бы, если мы это все расположили вот так вот как-нибудь, и потом бы отсюда выехали, то это было бы решением. А так у нас не получается. Хам-хам-хам-хам. Так. Так, как еще здесь можно согласовать наши действия? Да, вот эти вот штуки, они мешаются. В общем, как вот понаставили тут, непонятно что, непонятно куда. Так, ну, видимо, все-таки выход действительно должен быть здесь, потому что иначе непонятно как. Еще один вариант. Мы берем первых двух и проезжаем с этой стороны. Тогда что дальше мы можем сделать? Мы можем этих двух посадить сюда, затем забрать еще двух, но тогда мы этого не заберем. Здесь мы можем сделать такой финт ушами. Давайте заберем только второго. И третьего. У второго и третьего мы забрали, их по этим ящикам разложили. Потом мы взяли этих двух, их разложили по этим двум ящикам, потом забрали последнего и положили в этот ящик и поехали к выходу. Все. Вот такое вот решение оказывается у этого уровня. Так, давайте промотаем. Так, и все отлично. Получилось. Мне дали ачивку, что я прошел галактику Вэлла, и давайте посмотрим галактику Дельфина. Так, здесь какие-то у нас новые товарищи появились. Какие-то они это... Так, если у нас были тыквы и баклажаны, то как этих назвать? Не знаю, капуста, что ли, морская? Нет, это больше на медуз похоже. Вообще, это слизняки какие-то. В общем, они паразитируют... Не знаю, на чем. Ну, в общем, как-то вот так вот. Давайте рассадим. В принципе, здесь, да, все понятно. Какие у них интересные домики. Так, стоп. А чё они творят с моей этой повозкой? Они ее заляпывают. Они ее заляпывают, сопливые создания. Хорошо. Раз у нас такая бодяга происходит, давайте туда фиолетового сначала посадим. Потом сопливого посадим.
потом еще одного сопливого и, наконец, поедем к выходу. Так, ну-ка попробуем. Так, сопливый. Взял мне это. Прямо оттуда это вонь идет. Из моего... Из моей повозки. Так, ага, вот здесь еще один сопливый. То есть прикол в том, что его нужно обязательно в самом конце только куда-то довозить. Вот. И как бы по-другому никак. Поэтому давайте как бы задачу с конца будем решать. То есть здесь мы как-то приедем и этого сопливого посадим. Так, у нас только одно место в повозке. Так, тогда мы можем сейчас что сделать? Давайте берем фиолетового. Так, фиолетового. Так, давайте какой-нибудь такой круг сделаем. Так, или у нас ничего не получится. Так, если я фиолетового посажу, то как потом я оранжевого-то возьму? Могу вот так вот подъехать, но отсюда не выеду. Поэтому здесь у меня проблема. Давайте тогда начнем с оранжевого. Берем оранжевого, его сюда посадим. Потом берем фиолетового сюда посадим, оранжевого сюда. И потом будем разбираться с сопливым. Так. Все. А, в общем, сегодня у нас как у бомжей мы по коробкам распихиваем не просто не только чистых, но еще и немножко это вонючих. А, ну бывает. Так, хорошо. Что здесь у нас? А давайте берем оранжевого, посадим его в коробку. Потом берем второго оранжевого, посадим его в коробку. Потом берем сопливую тоже коробку и на выход. Что совсем простой уровень. Так, так. Ну да, все очень просто. Так, хорошо. Четвертый уровень созвездия дельфина. Так, а здесь уже какая-то нужна явная трансформация, что здесь нам нужно как-то по-хитрому все это объезжать. Так, давайте вот так вот объедем. Наверное. Так. Потом берем... Нет, нам не так нужно брать оранжевого. Нам нужно его как-то вот так вот взять. Потом посадим его сюда. Потом берем сопливого. Его садим сюда и уезжаем. Тоже ничего сложного. Ну, как бы и предполагалось, что это галактика. Это созвездие довольно простое. Простое, но... Да, есть свои особенности. Так, пятый уровень. Что он нам несет? Так, ага. Ага. Так, позвольте. Ага, у меня два места. В принципе, я в любом случае, как бы я ни проехал мимо, обязательно одного мне нужно с собой посадить. Главное, чтобы второго не посадить. Как бы не туда, куда надо. Так, ладно, давайте попробуем. Возьмем фиолетового. А, так, так, так. Посадим его в коробку. Потом возьмем оранжевого. Так. Сейчас я просто думаю, что может быть нам выход как-нибудь вот так вот сделать, так организовать. Но, по-моему, только одного фиолетового посадим. И для оранжевого еще одного зеленого у нас не будет больше места. Поэтому так что-то не работает. Что-то не работает. Так, а если мы посадим фиолетового? Посадим фиолетового, возьмем оранжевого, то нам только с этой стороны нужно проезжать, и потом мы дальше никуда не проедем. Хорошо. Так. Можно попробовать на самом деле в самом начале взять оранжевого как-нибудь вот так вот. Если мы возьмем оранжевого вот так вот как-нибудь, то мы потом к этому зеленому не подъедем никак. Или подъедем. Так, сейчас. Надо сообразить. Так.
фиолетовый. Так, а что если мы посадим зеленого фиолетового, потом поедем сюда? Потом фиолетового посадим. Вот мы это все сделаем. После этого нам нужно забрать обязательно сначала зеленого, потому что у нас испачканное первое место будет. А подождите, а если я проеду мимо оранжевого, то на какую, на какое место он запрыгнет, на какую позицию? Может быть, он на чистую запрыгнет? И тогда все сложится. Так, ну давайте попробуем. Медленно. Зеленый запрыгнул. Фиолетовый запрыгнул. Зеленый спрыгнул. Фиолетовый спрыгнул. Оранжевый на чистую запрыгнул. Да, все работает. То есть, как бы... Если грязная проехала мимо, то он не прыгает туда, на чистую прыгает. Так что здесь все хорошо. Шестой уровень. Так, здесь наконец два решения. И в принципе они... Так, нет, не совсем все симметрично. Так, у нас только две позиции. Так, и как же мы можем здесь это сделать? Можем пытаться взять сопливого. И в коробку его. Так, потом мы можем пробовать взять еще одного сопливого. И его тоже в коробку. Но это нет, не прокатит. Так. Так, оранжевого мы посадим. Так, по-моему, сейчас вот когда вот я так вот проеду, то здесь пока что все. Так. Так, так. Так, так. Так, так. Так, 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 вот. Давайте посмотрим, что получится. Мы берем зеленого, посадим в коробку. Потом оранжевый сядет на чистое место, зеленый сядет на грязное место. Оранжевого сюда, потом берем еще раз оранжевого на чистое сядет. Сюда мы положим его, и после этого этот запрыгнет. У нас будет уже два грязных места, но это уже не имеет значения. Так, грязный. Чистый. Потом чистый, грязный, все, теперь они все загадили, все, что у нас было, но главное, что мы всех развезли. Хорошо, давайте пробуем в другую сторону решить этот уровень, как это можно сделать. Так, давайте все сотрем. И как это можно сделать? Давайте возьмем оранжевый грязного. Оранжевого посадим сюда. Так, сейчас, позвольте, куда я выезжал? Я выезжал в эту сторону. Теперь надо в другую сторону, вот в эту сторону. Так, давайте попробуем взять оранжевого и грязного. Грязного мы посадили. Теперь мы возьмем еще одного грязного. Так, а нет, я здесь не развернусь. Не получится, поэтому здесь все сложнее, чем хотелось бы. Так, 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 здесь видимо такая проблема, что сюда нужно как-то их загружать, чтобы у нас обязательно два зеленых были. Так, поэтому нам сначала нужно оранжевых рассадить. Так, давайте оранжевый. Ага. Потом нам надо на чистое место еще одного оранжевого. Так, блин, что-то не сходится. Если я здесь вот его посажу, то как я обратно вернусь? Никак. Ну, блин. Если мы одного... Этого сюда посадить. Нет, нам нужно все равно в любом случае в самом начале брать оранжевый. Потом одно место у нас испортится. Так, а если мы этого возьмем? Одного посадим. Нет, все равно. Вот первый шаг обязательно нужно в эту сторону ехать и
посадить оранжевого сюда. Все, больше здесь никаких вариантов нету, больше нам делать нечего. Потом мы не можем забрать второго зеленого никак. Поэтому следующим шагом нам обязательно нужно забрать еще одного оранжевого. И обязательно его посадить в коробку. Так, что же это за дилемма-то такая? Так, а может быть здесь нужно как-то очень хитрым образом как-то вот так вот объехать? Нет, тогда мы еще одного зеленого захватим. Так. Так, блин. Так, можно попробовать сделать что-нибудь типа такого, что мы здесь проезжаем. Ну, совсем никого трогать не получится. Никого не трогать не получится. Так, если мы вот так вот проедем, то сюда мы никого не посадим. Так, наверное, слышно, как у меня скрипят мозги. Так, а что если попробовать подойти с обратной стороны? С обратной стороны. Так. Так, с обратной стороны. Кстати, еще можно пробовать подумать вот с этой стороны. Может быть, как бы вот, ну как бы здесь вот понятно, что нужно приезжать только обязательно двумя. Только когда мы особо загружены, потому что иначе мы никак здесь не проедем. У нас вот эта штука мешается. А здесь вот мы можем по одному их рассадить. То есть здесь вот одного мы посадим. И так. Так. А нет, здесь тоже не получится. Здесь тоже нужно опять на двоих посадить. Вот засада. Засада, подстава и все такое. Ладно, давайте попробуем с конца рассуждать. Нам нужно вот в этот ящик посадить оранжевого, в этот ящик оранжевого, но это нужно делать где-то в самом начале, потому что в самом конце нам нужно рассадить сопливых. А, подождите, смотрите здесь, как можно сделать. Еще такой крюк можно пытаться сделать. Таким крюком. То есть если здесь вот так вот, то здесь вот можно подъехать к еще одному ящику вот с этой стороны, вот так вот. Это тоже что-то интересное. Так, ну как бы с этой стороны, наверное, не получится так вот развернуться, потому что мне нужно кого-то взять в самом начале. А вот сверху эта штука работает, то есть сверху можно подъехать к двум ящикам, двумя подходами, двумя подъездами. Вот. Так, хорошо. Ладно, давайте пробуем еще раз тогда. Мы берем оранжевого и еще сопливого. Ложим в ящик. Положили в ящик. Потом нам обязательно надо так, мы можем одного зеленого, которого только что забрали, его куда мы можем сбагрить? Так, куда мы можем сбагрить, совершенно непонятно. Так, давайте еще просто оранжевого захватим. Так, блин. Так, а здесь, кстати, вот можно еще по-другому конструкцию выстроить. Можно вот так вот заехать, чтобы оранжевого туда посадить. Но проблема в том, что нам этот будет зеленый мешаться. Или он нам не будет мешаться. Сейчас надо сообразить. Мы берем оранжевого. И что если мы его в тот ящик отправим? Так, мы туда вернуться не сможем. Так, и здесь у нас ничего не складывается. Все-таки нам нужно в эту сторону ехать. Мы его положили. Потом нам нужно
обязательно дальше взять еще одного оранжевого. Ну или по дороге зеленого куда-то посадить. Блин, сложно. Так, а давайте просто я так вот проеду. О, мне немножко надоело думать. Так, он испортил, этот сел. Этот сел. Так, а знаете, какая мне мысль в голову пришла только что? А давайте у нас оранжевые все время будут сидеть на первом месте. И потом мы будем только зеленых развозить. Вот. Как эта идея может у нас сработать? Может ли она сработать у нас вообще? То есть мы берем оранжевый, берем зеленого, и потом, не парясь, разводим зеленых по углам. Так. Так, как же это организовать-то? Вот здесь вот, блин, два подъезда сделалось. Просто если мы будем так вот зеленых развозить по одному, то нам к этим двум ящикам нужно два подъезда, два подхода. А, смотрите, давайте возьмем зеленого, оранжевого. Потом одного зеленого посадим, потом второго зеленого возьмем, его тоже посадим. Вот как два подъезда можно сделать. После этого у нас будут здесь вот нижние все обработаны. Мы берем здесь зеленого, его посадим. Потом возьмем второго зеленого, его посадим. Так, ну тогда у нас возникнет небольшая проблема, как этого оранжевого еще захватить на обратном пути. Так, тогда давайте вот так вот сделаем. Здесь вот мы все сделали, как хотели. Теперь возьмем одного зеленого. Так, а как его сюда посадить, чтобы там ничего лишнего не сделать? Что-то непонятно. Так. В принципе, на текущем этапе уже можно посадить оранжевого в ящик и взять второго оранжевого. Так, а можно даже сначала зеленого, потом оранжевого взять. Это нам ничего не испортит, потому что у нас зеленый прыгнет на первую, на первое место, где у нас уже грязно. Вот, после этого мы спокойно сюда рассаживаем и сюда рассаживаем. После этого мы рассаживаем оранжевого сюда и едем к выходу. Ох, да, что-то уже нетривиальный уровень какой-то. Так, оранжевый запрыгнул, зеленый в грязную. Отлично, никто ничего лишнего нам не запачкал. И мы прошли этот уровень уже в другую сторону. Отлично. Так, давайте еще тогда последний один уровень на сегодня попробуем поломать, подолбать. Это седьмой уровень. Так, что здесь у нас? У нас опять вот две зеленые коробки, два этих зеленых синяка, но только одно место. Значит, нам нужно обязательно сначала развести оранжевых, вообще без вариантов, а только потом разобраться с зелеными. То есть нам нужно... Давайте возьмем оранжевого. Оранжевого. Так, как его посадить в коробку-то? Вот мы если посадим, вот его, как потом мы зеленого туда посадим? По-моему, никак не посадим. Так. Так, хорошо, давайте попробуем этого оранжевого взять. Если мы его возьмем, мы его посадим куда-нибудь вот сюда. Осторожно уезжаем. Переберем этого оранжевого. Этого оранжевого сюда кидаем. И теперь нам нужно как-то подъехать вот к этой коробке, еще обратно уехать.
так, это вообще возможно? Как это вообще это сделать? Так, здесь надо вот так вот объезжать. Так. Вот здесь хотелось бы, чтобы вот его оранжево посадить, потом на следующем пути взять зеленого, потом вот так вот объехать, потом взять следующего зеленого и уже выехать отсюда наконец. Вот. То есть, по-моему, вот окончание процесса как-то вот так вот должно выглядеть. Вот, как мне кажется. Единственная проблема, как нам вначале оранжевых рассадить? Как же нам их рассадить? Так. Я здесь что-то не понимаю. Так. Можно, кстати, вот так вот еще пробовать сделать. Взять оранжевого и аккуратно заехать в ту сторону. Его посадить в коробку. С этой стороны заехать, если. Можно пробовать вот так вот проехать, но тогда мимо этого мы никак не проедем. А хотя, давайте так и проедем. Только сначала нам нужно оранжевого первого заткнуть куда-нибудь. Вот этого затыкаем сюда. Возвращаемся за вторым оранжевым. Это все огибаем. Сюда его складываем. У нас запрыгивает зеленый. Зеленого мы сюда положим. Потом подбираем второго зеленого, сюда складываем. Вот. Такое вполне себе решение тоже получилось. Так. И его тоже на выход. Отлично. Так, 7-й уровень решен. Есть еще у нас... Сколько же уровней осталось? Здесь у нас 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, здесь 8. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. И потом, короче, ново будет уже. Так, и, наверное, на этом я серию закончу. Всем спасибо за внимание. В следующей серии. Всем пока.